догадываетесь, я буду говорить об игре. И игра – это одна из самых таких болевых, проблемных точек современного дошкольного образования. И проблема заключается в том, что абсолютно все педагоги и психологи и специалисты других профессий утверждают и доказывают, что именно в игре происходит развитие и психических процессов, и самостоятельности, и воли, и всего на свете. И в то же время уровень игры, ее количество и качество неуклонно падает. Вот, и в этой проблеме мы попытаемся разобраться. И прежде всего надо определить, что такое игра. Несмотря на привычность этого термина, дать какое-то такое четкое определение, которое бы позволило отделить игры от, от неигры, достаточно трудно. И вообще существует много всяких определений игры, подхода к ее диагностике, к ее исследованию и так далее. Так вот, значит, что такое игра? Видимо, за ответом на этот вопрос нужно обратиться к такому основополагающему для нас документу, как Конвенция ООН о правах ребенка. И в этой конвенции есть такая статья 33, в которой провозглашается право на игру, что игра это такое же право ребенка, как образование, питание, движение и так далее. И вот к этой статье приняты комментарии относительно недавно, в которых раскрывается суть этого термина. И вот эта суть сводится к трем таким положениям. Прежде всего, это свободная, самостоятельная активность ребенка, лишенное принуждения и контроля со стороны взрослого. Это очень важное, на самом деле, положение, которое означает, что вот организованные формы игры, когда там воспитатель разучивает с детьми роли, строит пространство, говорит, кто что должен делать и кто, что должен говорить, это не игра, это спектакль. Вот. Далее, игра это такая деятельность, которая несет эмоциональный подъем, то есть наличие удовольствия от деятельности, от самого процесса. То есть тут много вот говорилось о счастье ребенка. Так вот в игре ребенок испытывает счастье, радость, радость от самого процесса. Он играет не потому, что надо, не потому, что похвалят, не потому, что, там сказать, накажут, если он не будет играть, а потому, что сам процесс, само действие очень интересно. Играет из интереса, радость от процесса. Ну и, наконец, третье специфическое такое определение игры, которое отличает ее и от учебы, и от труда, и от многих других занятий, это спонтанность, опробование себя. Момент импровизации, момент пробы, момент какой-то непредсказуемости в игре всегда есть. Он не знает, чем игра кончится, не знает, как, куда пойдет дальше. То есть нельзя составить алгоритм, и такой конкретный план развития игры. Она спонтанна, она сама его ведет. В этот момент какой-то творческости детской, которая в игре. Ну вот. Но это очень такие общая рамка, в которую попадает огромное количество детских деятельностей. Это и беготня, и возня, и наоборот, собирание мозаики, и спортивные игры, и игра в кубики. В общем, целый широкий класс э, детских активностей подпадает под эту рамку. Но в нашей отечественной традиции психологической есть особенный вид игры, которую можно назвать сюжетной. Сюжетная игра. Ее главная особенность заключается в том, что ребенок создает воображаемую ситуацию и на основе действий с реальными предметами проигрывает какие-то новые события. Ну, вам всем известна, конечно, эта деятельность. Ее, так сказать, короткая формула – это «как будто». Давайте «как будто» – это мороженое, да? Или «как будто» – это самолет у меня летит. Или «как будто» – что это может быть? Телефон. То есть один предмет замещает другой. Ролевая игра ⁇ это тоже понятно вид сюжетной игры, но тут замещает ребенок себя, собою, вернее, какую-то роль, и превращается то в принцессу, то в дракона, то в доктора, в кого-нибудь еще. И вот именно этот вид игры, сюжетный вид игры, который, кстати, не воображение не только воображение, не столько воображение, а изображение. Игра – это всегда действие, это не придумывание, не сочинение, а всегда какое-то действие. И вот именно этот вид игры сюжетный в нашей психологии считается ведущим видом деятельности дошкольника. И именно в этом виде деятельности развиваются основные психологические новообразования ребенка. Прежде всего, это самостоятельность и инициативность. Эти слова часто звучали здесь. Ну, вот игра – это по определению самостоятельный вид. Ребенок делает только вид деятельности. Ребенок делает то, что он может, что он хочет, делает всегда по-своему и проигрывает то, что его волнует. Вот еще одна важная особенность игры, что ребенок всегда проигрывает какой-то свой опыт, свои представления, то, что ему запало, то, что его волнует. То есть он выражает себя. Это форма самовыражения, вот, который навязать нельзя, бессмысленно предлагать ему какие-то сценарии. Я неоднократно видела планы работы воспитателей, где там в марте мы будем играть в кафе. А в апреле мы можем играть в самолет. Вот это к игре такого рода планирование отношений не имеет, потому что игра всегда деятельность инициативная, самостоятельная, идущая от ребенка, от его опыта, от его переживаний. Ну понятно, что в игре развивается воображение. И дети, которые не играют, увы, очень часто лишены этой замечательной человеческой способности. Сама необходимость создать вот эту воображаемую ситуацию, придумать какие-то, чем может быть этот предмет, чем может быть этот предмет, это стимулирует действие с образами, то есть развитие воображения. Это очевидно. Что неочевидно, и что тоже очень важно, что в игре развивается произвольность, саморегуляция, особенно в ролевой игре. И когда ребенок берет на себя какую-то роль, вместе с этой ролью он берет необходимость действовать в соответствии с каким-то правилом. Если он полицейский, он должен стоять и не бегать и не бибикать, как машины, как остальные. Если это мама, то она должна как-то ухаживать за своим ребенком, а не есть конфеты и печенье. То есть каждая роль накладывает какие-то ограничения. И поскольку ребенок хочет играть да, по определению, то он хочет выполнять эти правила. Вот это очень важная мысль Выгодского, опять же, что в игре правила становятся аффектом. То есть правила обычно такие, ну, жесткие, суровые, формальные, а тут он хочет действовать правильно, хочет выполнять вот эту самую роль. И поэтому произвольность становится какой-то его внутренней и потребностью, и способностью. А потом в игре дети общаются, в конце концов, да? когда они берут какую-то воображаемую ситуацию, они обсуждают и проигрывают ее вместе. И вот это общение в игре, так же как и все другое, существует на двух уровнях, в двух планах. С одной стороны, это реальное общение. Сашей, Наташей, Сереже и, Наташе, и Васи. А с другой стороны, это ролевое общение там, преступника и полицейского или э, доктора и больного. Ролевое общение. Оно, опять же, развивается на двух уровнях, и игра дает содержание этого общения. Если дошкольники не умеют, они хотят играть, им просто ну, нечего делать вместе. Они еще не могут вести задушевные разговоры, не могут вместе что-то такое планировать, конструировать. А вот играть вот, 3-4-5 лет, они могут вместе. И здесь как раз формируется это самое общение. Так, самосознание. Понятно, что в игре он отстраняется от себя и видит себя в другой позиции и в то же время понимает, что это он. И вот этот взгляд на себя со стороны – это очень важный момент для развития детского самосознания. Ну вот это только отдельные моменты влияния игры. Я бы могла бы продолжить этот перечень. Это и интеллект, и символическая функция сознания, и волевые качества и так далее. Вот. Но беда в том, что в последнее время уровень игры резко падает. Вот этими развивающими возможностями, о которых я говорила, обладает только высокий уровень игры. То есть когда дети могут взять роль, проиграть воображаемую ситуацию, построить игровое пространство, наладить ролевое общение. То есть когда эта игра имеет развитую форму. И вот, увы, жизнь, ну и наши исследования, которые мы периодически проводим, мониторинге развития игры, показывают, что такой развитый высокий уровень игры существует у очень небольшого количества детей, ну 5%. А подавляющее большинство детей, порядка 60%, играют очень бедно, примитивно. Ну, игра сводится там, к одеванию раздеванию кукол, или возят машинку туда-сюда, или делают куличики без такого вот воображения, без смысла, для кого эти кулички, что это за кулички, кто их будет есть, как бы неважно, вот мы лепим и все. Так играют трехлетние дети, двух с половиной трехлетние, но для пяти летних детей этот уровень игры, конечно, очень низкий. И, соответственно, тот уровень игры, который есть у большинства детей, он не соответствует и не обладает вот этим вот развивающим потенциалом. Вроде бы как игра есть, но она недоразвито, неразвито и поэтому не развивается. Почему так получается? Вот об этом уже много сегодня было сказано, потому что инициативные формы детской деятельности они как бы вытесняются из нашего дошкольного образования. Дети строго выполняют определенный режим под руководством взрослого, жесткое программирование свободного времени, постоянный контроль контроль и фронтальные занятия, которые не оставляют возможности для детской инициативы. И сами виды детской деятельности, в том числе и игра, принимают форму обучения на занятиях, когда воспитатель учит детей, как надо играть. Что надо говорить, как правильно поставить корабль, чтобы отправиться в путешествие, как правильно там построить ракету, чтобы отправиться в космос. Вот такие вот сюжеты проигрываются на занятиях. То есть это не детская деятельность, а, а учеба, что ли, подготовка. Вот. И еще причины снижения уровня игры, которые тоже всем известны. Непонимание значения игры. То есть оно понимается, но как бы на словах. А на самом деле приоритет отдается учебным занятиям. Кажется, что знания, которые дети запомнят, их разовьют. Это глубокое заблуждение, что готовые какие-то готовые информация, которая передается в вербальной форме, что она обладает развивающим потенциалом. Это совершенно не так, но это отдельный разговор. А сейчас главное подчеркнуть, что когда занятия считаются правильной развивающей деятельностью, а игра считается развлечением, досугом, это совершенно не соответствует истине, и психологическим представлениям. Еще одна причина отсутствия снижения уровня игры это отсутствие разновозрастных детских сообществ. Раньше не было проблемы с игрой, потому что она как бы естественно автоматически передавалась от старшего поколения детей к младшим, в многодетных семьях, во дворах, там, я не знаю, в коммунальных квартирах и в других местах, где старшие дети встречаются с младшими, эти малыши приобщались к игре абсолютно естественно. Сейчас семьи в основном однодетные, группы одновозрастные. И вот это разновозрастное общение, которое крайне полезно на самом деле, оно сводится к минимуму. Ну, еще одна тоже очень острая такая проблема, об которой тоже сегодня много говорилось, это маркетизация детства, когда все предоставляется в готовом виде, когда огромное количество игрушек, огромное количество развлечений, в которых ребенок участвует как потребитель. Он использует то, что ему дают. И, конечно же, экспансия компьютерных игр, видеопродукции и всякой прочей экранной информации, которая абсолютно не, не является игрой, Компьютерная игра – это не игра, по большому счету. Но это тоже отдельный разговор и тема для исследований, но то, что компьютерные вот эти гаджеты, планшеты и телефоны вытесняют э, такую традиционную детскую игру, это очень острая проблема нашего времени. Играть трудно на самом деле. Придумать что-то, вообразить, построить ситуацию. А нажать на кнопки очень легко и потреблять то, что из тебя сыпется там с этого самого экрана. Но я хотела поговорить еще об одной причине э, снижения уровня игры, которая ближе всего к э, дошкольному образованию. Это подмена игры игровыми способами, формами обучения. Игра, вот это слово «игровой», игровая очень часто звучат в планах и в программах дошкольного образования игровое занятие, игровые технологии, игровые приемы, игровые формы, все это постоянно, постоянно на языке. Но это не игра. Это не игра, как самостоятельная детская деятельность. Вот чтобы показать эти различия, я вот специально сделала такую таблицу, которая попыталась противопоставить игру как детскую деятельность и игру как форму обучения детей. И, как вы видите, это вещи совершенно разные. Если мы вернемся к определению из Конвенции о правах ребенка, то мы увидим, что игра как детская деятельность – это самостоятельная инициатива ребенка. Когда мы говорим об игре как форме обучения, понятно, что направляющая и контролирующая роль принадлежит взрослым. Он ставит задачу, дает способы решения, дает информацию, а ребенок, опять же, потребитель и исполнитель. А далее, в игре эмоции и мотивы идут от самого процесса. Я об этом говорила. Да? Радость идет от самого действия, от самого процесса. Когда мы говорим об игровых формах обучения, то как бы мы ни старались, все равно мотивация идет от оценки, от поощрения, от достижения правильно я сделала или неправильно, похвалят меня, не похвалят, кто я первый или последний. Все это как бы стимулирует ребенка. Не, само, не сама радость от процесса, не удовольствие, а м -м, вот это вот стремление достичь, опередить, сделать что-нибудь интересное. Ну и, наконец, еще один признак игры, как такой специфической детской деятельности, это ее спонтанность, ее креативность, ее как бы непредсказуемость. И в ситуации обучения, понятно, ничего подобного быть не может. Потому что есть правильные и неправильные ответы, должные и недолжные способы действия. И тут совершенно вот критерии правильности и неправильности, они очевидны, они должны быть перед ребенком. И, соответственно, ни об какой непредсказуемости, ни об каком поиске быть не может речи. Вот столь существенные различия между игровыми формами и игрой как детской деятельности. Я не говорю, что этих игровых форм не должно быть. Они как раз наиболее, наверное, адекватны для дошкольников. Но они не заменяют и не компенсируют ни в коем случае отсутствие игры как вот такой свободной, самостоятельной детской деятельности. Она обязательно должна быть. И без нее, без вот такой вот свободной, самостоятельной игры... Мы очень многое теряем. Вот, под, э, вот э, результат, последствия, что ли, подмены игры игровыми формами обучения. Это прежде всего отсутствие детской инициативы и зависимость от взрослого и от среды. Я совершенно не согласна с первым выступающим Аркадием, который говорил, что наши дети знают, чем им заняться, знают, что надо делать. Если речь идет о дошкольниках, то они в отсутствии руководящего, так сказать, перста взрослого, когда им никто не говорит, что, собственно, надо делать, они теряются или пристают куда идти, что делать, дай что-нибудь, или что чаще всего берут этот свой гаджет и планшет и начинают что-то такое с ним делать, в него, в него тыкать, что не есть настоящая детская деятельность. Так что снижение вот такой вот а, активности детей, инициативности, способности придумать какое-то занятие, что-то сочинить, что-то предложить, она как-то сейчас значительно меньше у современных детей, чем была прежде. Это я говорю сейчас, вот эти данные у меня по материалам опроса воспитателей, которые работали лет 15 и которые могут сравнить детей, которые были 10-15 лет назад и сейчас. Не знаю, может быть, вы с этим не согласитесь, может быть, у вас другой опыт, но это результаты вот опытных, так сказать, педагогов. Потом дефицит воображения и внутреннего плана действия. В зависимости от ситуации. Вот те задачки на воображение, которые дети там 15 лет назад легко решали, сейчас им даются с трудом. Придумать какой-нибудь рассказ, там, нарисовать чего такого, чего никогда не бывает, там что-то сочинить, все это как-то трудно, и с этим справляются единицы. Коммуникативные трудности тоже дети мало общаются, нет потребностей в сверстнике, они либо в одиночку играют, либо там дерутся, борются, сражаются из-за каких-то предметов. Не знаю, как в ваших городах, а у нас в Москве появилась такая новая практика, когда на детские дни рождения или какие-то праздники нанимают взрослого, чтобы он организовывал игру детей чтобы дети не сидели по углам, чтобы они не толкались, а э, взрослый, значит, выстраивает их там какие-то конкурсы, какие-то там развлечения, чтобы дети не скучали. Вот прежде этого и представить было нельзя, чтобы 6-7 там дошкольников не могли придумать, чем им заняться, не могли создать игру и какое-то придумать содержание для собственного общения. Вот, так что общение какое-то бессодержательное, и дети как-то все более дальше друг от друга, все как-то не вступают в какую-то содержательную коммуникацию. Снижение познавательной активности тоже отмечается. Я вот раньше собирала детские вопросы, которые дети адресуют взрослому, дети там в 4-5 лет. И сейчас попытаюсь приставать к взрослым. Дайте, пожалуйста, интересные вопросы, которые дети задают как-то очень бедно с этим. Вопросы какие-то стандартные, прагматичные, без какого-то драйва. Ну вот. Вот учитывая все эти трудности, наш стандарт дошкольного образования направлен как раз на то, чтобы предоставить инициативу всем субъектам образования. Прежде всего, инициативу дошкольным организациям, которые сами могут создавать себе программу. Это трудно, но это возможно. Возможно. И заведующие, и методисты в этом плане свободны. Они могут создать себе программу. И эта программа утверждается самостоятельно. Ну и поддержка инициативы самостоятельности детей и воспитателей во всех видах деятельности. Об этом много говорилось, и не буду на этом останавливаться. Так вот, значит, каковы же условия поддержки игры? Что можно сделать, чтобы игра... Как бы была реанимировалась, зажила, вдохнула жизнь и в, в детей и в наши э, дошкольные образовательные организации. Во-первых это открытость образовательной программы. Открытость прежде всего это возможность планировать время для игры. Для игры нужно время. Наши исследования показали, что игра только начинается после 20 минут свободного времени когда дети ищут, придумывают, там распределяются, сдают что-то. И только после 20-25 минут они закручивают какой-нибудь сюжет и начинают жить в игре. А у нас получается, что вот 15 минут поиграли, и все. И либо мама забирает, либо там пора кушать, либо пора домой и так далее. Возможность выбора занятий, материалов, выбора партнеров по общению – это понятно. Очень важные условия игры ⁇ это адекватная предметно-пространственная среда. Я этим специально занимаюсь и могу говорить об этом долго, но, по-моему, у меня уже время, уже скоро кончится. Поэтому скажу вкратце. Эти требования к предметно-пространственной среде, они, опять же, прописаны в этом самом федеральном стандарте. Они традиционные, ничего такого в них особенного нет. И главное, что они не требуют никаких больших денежных затрат чем проще среда, тем лучше. Но она при этом должна быть гибкой и полифункциональной. Вот эти игровые уголки, которые у нас во многих садах, когда прикрученные к полу там, раковины или парикмахерские, или какие-то станки, они не способствуют игре ну никак их интерес быстро очень исчерпывается и они такие мертвые остаются невостребованные, а простые какие-нибудь коробки, доски, скамейки, э, не знаю, мягкие модули, все вот это вот то, что быстро передвигается, трансформируется, из которого можно сделать все что угодно. И чем менее определенной является среда, тем больше она пробуждает воображение ребенка. Лучше всего дети играют с открытыми полифункциональными материалами. Не с игрушками, а вот с этими самыми тканями, коробками, досками, трубками. Что-то такое неопределенное и полифункциональное. Поэтому. Вот. Ну и, конечно, игрушки должны быть развивающими. Что такое развивающие игрушки? По этому поводу у нас есть целая концепция, потому что я занимаюсь, как вы слышали, психолого-педагогической экспертизой игрушек. То есть мы выбираем те игрушки, которые обладают этим развивающим потенциалом, и пытаемся рекомендовать их и родителям, и воспитателям. Вообще, как попадают игрушки, игровой материал сейчас в детские сады, не очень понятно. И очень многие игровые материалы, которые оказываются в дошкольном учреждении, не соответствуют потребностям игры и вообще не для игры. Это вообще самостоятельная тема. Я, кстати, внесла бы ее в эту самую декларацию нашей конференции, что игровая среда должна выбираться и желательно, конечно, проходить вот эту психологическую экспертизу у специалистов. У специалистов, чтобы это не, не только рыночная была технология, но и чтобы учитывали педагогическую значимость эту, этих игрушек и их развивающий потенциал. Ну и, конечно же, да, так что можно дополнить, там, по-моему, есть декларация пункта среде, можно его конкретизировать. Ну, и, конечно же, главное условие развития игры это игровая компетентность педагога. Очень тонкий вопрос. Потому что с одной стороны, как я уже сказала, игра ⁇ это самостоятельная инициативная деятельность э, ребенка. С другой стороны, и к игре надо приобщить, не руководить, не контролировать, а именно приобщить. Не директивное руководство э, игры есть такая. Э, Чуткость, косвенное, косвенное руководство игрой. И для этого нужны какие-то особые личностные качества педагога, к которым относятся гибкость, открытость, эмоциональная заразительность, это актерство, если хотите. И в компетенцию дошкольного педагога как раз входит вот, раскрепощенность, эмоциональная выразительность, умение играть. Почему-то у нас, когда проводятся конкурсы педагогов, оценивают прежде всего умение проводить занятия. В то время как на самом деле главная компетентность дошкольного воспитателя – это уметь играть, вовлечь ребенка в игру, как-то зацепить их. Вот. Но эти вещи тоже очень тонкие, и именно этому надо, видимо, учить в дошкольных вудах. Теперь, что касается результатов дошкольного образования и его цели. Вот это буквально выписано из стандарта. Так что цели образования дошкольного в стандарте достаточно четко определены. Это э, развитое воображение, это способность выражать свои мысли. Заметьте, предпосылки грамотности. Не умение читать и, и, и писать, а предпосылки. Любознательность, способность к принятию собственных решений, опора на свои знания и умения. То есть все это формируется не на занятиях, а прежде всего в игре. И готовность к школе тоже. Эти характеристики являются базовыми в преемственности дошкольного образования, дошкольного и школьного. И при нормальном развитии игры у детей формируются предпосылки учебной деятельности и готовность к школе. Ну и самое последнее, это главный закон психологического развития, я его пропустила. Но он заключается в том, что сначала освоиваются смыслы той или иной деятельности, и только потом, и на этой основе, приобретаются знания и умения. То есть сначала ребенок должен захотеть что-то сделать, пережить интерес к этой деятельности, и только потом он... Э будет учиться и приобретать какие-то навыки и умения. А мы с вами очень часто пытаемся научить ребенка тому, что не имеет для него никакого смысла. Вот очень многие знания и информацию, которую мы передаем ему, они для него не нужны, ничего не значат, не актуальны в его вот реальной сегодняшней жизни. И вот еще раз хочу подчеркнуть, что в дошкольном возрасте эти смыслы... То есть желание действовать и желание чего-то такое придумать впервые рождается и реализуется в игре. Так что играйте со своими детьми как можно больше.